Серьезные мужчины выбирают рев железного коня и свободу передвижения. Это участники мотоклубов «Овертягач» и «Индура» Ивантеевка. Но если байкеры постарше ездят по городским автомагистралям на вполне законных основаниях, то их младшие коллеги пока такого позволить себе не могут. Питбайк – это, как я говорю, уменьшенная модель кроссового мотоцикла. То есть кроссовый мотоцикл что из себя представляет? Он представляет раму, минимум электроники, длинноходной подвески. Питбайк представляет из себя то же самое, за исключением того, что он меньше по весу, меньше стоит, и так же, как и кроссовый мотоцикл, на него не нужны права, потому что он не считается транспортным средством и не может использоваться на дорогах общего пользования. Документ ПТС питбайком не выдается, а значит, и передвигаться на такой технике можно только на закрытых площадках. Ребята из «Индура» Ивантеевки приглашены сюда специально. Инспекторы ГИБДД совместно с байкерами из клуба «Овертягач» напоминают о правилах безопасности при управлении мототехникой. Очень радует, что один из присутствующих здесь мотоциклистов, молодых, один раз в разговоре мне сказал, что я себя не уду. Я, когда не одеваю шлем, сажусь на мотоцикл, я просто чувствую себя уже некомфортно. Сотрудники госавтоинспекции напоминают юным участникам дорожного движения о том, что управлять мототранспортом им разрешается только 16-летнего возраста, получив водительское удостоверение категории М и А1. Юные питбайкеры, в свою очередь, доказывают, они и сами шиты не лыком, а экипировкой. Основная часть экипировки – это шлем. Без него на дорогу выезжать вообще не рекомендуется. То есть это как основная. И также у нас в правилах дорожного движения написано только про шлем. Ну и мотоциклисты уже не по желанию, а при собственной целеустремленности берут с собой перчатки, чтобы с пальцами ничего не случилось, черепаху для защиты спины, локтей, ну и грудной клетки. Демонстрируют свое мастерство юные байкеры на импровизированном состязании на скорость. Кто же из них доедет до финишной прямой медленнее всех? Сотрудники госавтоинспекции напоминают, акция под названием «Внимание, мототранспорт» проводится в Ивантеевке с 14 июля по 16 августа. Данное мероприятие проводится именно в городе Ивантеевка, поскольку в этом году уже произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспорта, в результате чего они получили различные степени тяжести травмы. После всех формальностей начинается самая интересная часть профилактической акции. Байкеры из клуба «Овертягач» в сопровождении 2 мотоциклистов и патрульного автомобиля госавтоинспекции выезжают на магистраль Ивантеевки под девизом «Мы за безопасность на дорогах». Мотоколонна движется по главным транспортным артериям города – улицам Хлебозаводской, Советскому проспекту, Первомайской и Заводской, Центральному проезду, а также Смурякова.